В детском саду «Хрусталик» малышам не разрешают приносить игрушки из дома в группы, только на уличные веранды. Законно ли это? В Минобразовании ответили, такие нормы ввел Роспотребнадзор. Игрушки часто становятся разносчиком инфекций, либо не соответствуют возрасту детей. Исключение делают лишь на время адаптации малыша к садику, а вот мягкие игрушки вообще под строгим запретом. Родители школьников переживают. На перекрестке Ленинского комсомола Тельмана нет зебры. Кому обратиться, чтобы разметку нанесли? Родителям необходимо написать письменное заявление в управление коммунального хозяйства, и уже его специалисты обратятся в ГосСМЭП – предприятие, которое занимается разметкой и знаками. Жители частного сектора интересуются, когда отремонтируют уличное освещение на Богдана-Хмельницкого в районе Ярыгина. В администрации города рассказали, на этот год участок в планах не стоит, поэтому жителям нужно через старосту улицы подать заявку, чтобы попасть в программу следующего года.